Мое знакомство с карате было в 1994 году. Я учился, ну, уже не помню, наверное, в каком-то седьмом или восьмом классе. Шел со школы, и друзья просто затащили меня, я даже не собирался туда идти. Просто затащили меня в секцию. Ну, как так получилось, сходил раз, два, три. Пришел домой, сказал родителям: мама, папа, я на карате записался. Меня завлекло, понравилось. Через какое-то время один друг ушел, который меня привел, второй друг ушел. А я все ходил и ходил. И до сих пор никак не могу уйти, до сих пор здесь. Андрей Стюрпин, первый этап. Возьмите. Кубок Содружества. Чемпионат Москвы. 2000 год. Второй. Кубок. Чемпионат Москвы. Чемпионат Москвы. Чемпионат России. Город Хабаровск. 2003 год. Третье место. Участие чемпионата мира. Япония. Третий год. Член. Скорее. Кюкушин — это общество искателей абсолютной истины. Вот эта вот абсолютная истина, вот она и заключается вот в гармонии человека с природой, с другим человеком. Именно вот в этой гармонии. А если не будет этикета, не будет такого подхода к воспитанию, карате будет восприниматься просто как спортивная секция, то цели, которые мы ставим перед своими учениками, они достигнуты не будут. Никогда. Вот. Именно поэтому кюкушинкай карате — это не просто спорт, это боевое искусство. Человек, который встает на путь воина, он идет по нему до конца. これよりその試合を行います。昨日行われました60球試合、麻生健太郎選手対安藤レス選手。試合の判定につきまして、試合後大会審議委員会で検討した結果、再戦となりました。これよりその試合を行います。全権260番麻生健太郎。
Бей что внутренне, что внешне, лоу-кик. Come on!
Бить надо, кидай руки. Это его за...
19級。